В общем, вернулись мы к нашему озеру. В прошлый раз, вот примерно, где моя собака, вот там, мы нашли сморчок. И вот сейчас мы опять сюда пришли. Вот такая вот территория, зона возле озера. Вот на таких, как это, галяве, на полустеполе, что ли. Ну, в общем, не лес же это, лес, он там дальше идет. Ну, вот такая вот, смотрите, территория. И вот сейчас мы хотим, посмотрим, может быть, еще найдем сморчок. Может быть, нам повезет. А нет, так просто погуляем. Ну, в общем, вот на такой местности их нужно искать. Как бы не в самом лесу, а вот на таких хорошо освещаемых солнышком, но приближенных к воде, чтобы было достаточно влаги. Так, смотрите, люди на этой территории вот еще сегодня нашли. Видите? Покажи, классно ты нашла. Вот, смотрите, какие они клевенькие. Так что, все-таки есть они. Вот, смотрите, возле озера. Ой, хорошо. Там, где я показывала, я оттуда показывала, снимала, а нашли вот здесь. Все, пошли дальше? Пошли дальше. Да, пробую, приготовь, я тебе говорю, классное. Вот, смотрите, вот озеро. Вот мы тут походили, посмотрите сюда. Прямо над дорогой, смотрите. Там еще нашли, смотрите, раз. Шапочками идут. Сморчок, видите? Смотрите, два. Видите, молодой? Там вот тоже такие же побольше. Вон, смотрите, сколько мы уже. Чуть-чуть, конечно, ходим. Вот. Нас собирали там два больших, вот, а это вот. Я тоже такие нашла. Так что все-таки сморчки начинают расти, и нужно их смотреть правильно, вот, как говорят, возле зоны, где вода. Так что, люди, идите, смотрите повнимательно. Кстати, вот эти вот, вот этот вот вид сморчка, они же разные немножко. Смотрите, как растут. Я вам покажу. Видите? Они торчат вот такими вот. И не камешками, не шляпками, как турецкие, не знаю, как турецкие шляпы, скажем так. Колпачки, да. В общем, мы пошли дальше искать.